Привет, ребята, вы на канале Джуля-Джи и СМИ Июля. Ну что ж, сегодня у нас видео о стадии СМИ. Уроки у меня, конечно же, не заканчиваются, делаю их каждый день, 24 часа в сутки, можно сказать, потому что реально делаю их очень много. Сегодня воскресенье, Пасха, и вообще сегодня по традиции нельзя ничего делать, но уроки-то не отменяются, поэтому, конечно же, я буду их делать, потому что я еще не успела закончить все уроки, которые нужно было делать за эту неделю, так как нам их задают очень поздно, и мы их выполняем в крайние сроки. То есть это не наша вина, что мы их так выполняем, потому что нам так их задают. И также нам задали уже на следующую неделю, там тоже поставили сроки. Короче, это полный ужас, я вам все, конечно же, покажу. Покажу, что я сегодня уже сделала, какие сегодня уроки я буду доделывать, потому что вчера я тоже доделала, вчера я еще решала ОГЭ. На каком-то сайте нам тоже говорили, там было дистанционное ОГЭ, и я его решала. Поэтому решаю я постоянно все, всегда, каждый день. Уже кипит мозг от уроков. Сегодня я еще заказывала себе на Wildberries блеск для губ. Также я заказала себе уже подарок на день рождения. Я вам все покажу, конечно же, видео. Мои подарки на день рождения. Кто не знает, у меня день рождения 30 апреля. Уже совсем скоро, я очень жду. Кстати, на самом деле я уже не переживаю, что у меня день рождения будет дома, в такой обстановке. Возможно, кто-то ко мне придет, возможно, никто не придет. Это уже будет по ситуации, потому что я не знаю, что будет через 11 дней. Сегодня 19 апреля. Так что, конечно же, я очень жду свой день рождения. И напоминаю, что у меня день рождения 30 апреля. Смотрите, какие у нас красивые яйца получились. Вот эти прям такие дамы, мужчины, вот такие смешные. Также вот какая-то барышня, вот какой-то дедушка вообще. Очень смешные получились. Также есть еще вот такие вот обычные в обертке, в такой. И еще были просто раскрашены, но мы уже побились ими и их уже скушали. Так что вот такие вот у нас еще остались. Очень прикольно и красиво. Пишите в комментариях, а вы красили яйца, и какие вы необычные рисунки, или же какие необычные им образы делали, как, например, мы вот такие вот сделали русские наряды. Мне вот этот кулич очень нравится, он огромный, и также мы тоже начали кушать, у нас их очень много было, но мы уже многие съели. Мне он очень нравится, потому что внутри там не только изюм, там еще какие-то сухофрукты, и также самое главное, есть даже орешки, поэтому он очень вкусный и классный. Ну, рубрика «Лепси на лежанке». Мне даже сложно его повернуть, почему именно на нем всегда камера не фокусируется. Вот такой вот красавец-мужчина у меня тут лежит. Лепсик, привет! Ой, сейчас играть начнет. Посмотрите, мурчит. Ставьте лайк, кто тоже любит лепсиков. Дай лапу. Дай лапу. Дай лапу. Дай лапу. У меня появился, называется медовый, бисквитный. Вот так выглядит, очень вкусно. Я обожаю этот торт на самом деле. Как видите, кусочка тут не хватает, и пчелки тоже. Честно, я не знаю, кто это ест. Я не знаю на самом деле. Вообще, не представляю, кто же уже мог съесть целый кусок торта. Ладно, шутка, я себе уже положила кусочек, и сейчас буду его кушать, потому что он нереальный, очень вкусный, ну и просто нельзя от него отказаться, потому что это самый-самый вкусный торт. Ну что ж, друзья, печатаем наши письма счастья. Раз. Два. Три. Четыре. Боже, это ужас. Наши письма счастья, ребята, давайте посмотрим. Так, что же нам тут вообще задали? Это еще не все, литература и русский нам еще помимо этого задавали, но почему-то это задание не выставилось на сайт, и поэтому нам тоже продлили, да, 22-го мы можем сдать. Ну, сейчас вам покажу именно то задание, которое нам задали вот в этом бланке основном и тоже на следующую неделю. Помимо того, что у нас будут видеоконсультации с учителями, то есть завтра у нас русский язык и еще какие-то там другие консультации дальше, я просто не помню, помню только про русский язык, что он завтра в 11 вроде, так что пойду еще завтра на русский язык, точнее буду смотреть русский язык, тоже там будем отвечать на вопросы и так далее. Домашки у нас очень много по сравнению с этой неделей, которая была, потому что эта неделя была не очень-то и большая, точнее домашки было не так много, было больше домашка в Я-классе, а теперь очень классно.
Так, давайте смотреть. Русский язык, литература, очень классно. Алгебра, итоговое повторение, слава богу, очень классно. Обожаю сейчас алгебру, геометрию, итоговое повторение, все очень легко. Дальше история. Обществознание, смотреть дневник РУ. Хорошо, посмотрим. География. Как видите, у нас также тут еще написаны сроки обозначены. Когда лучше сдать ДЗ, точно до какого числа сдать его. Физика. Биология. Химия. Так, давайте дальше смотрим. Английский. Информатика. Информатика. Потому что две группы английского, две группы информатики. Физра и по УБЖ ничего не задали. Очень классно, спасибо огромное. Так, информатику я, кстати, уже выполнила в Я-классе, поэтому информатику мы сейчас зачеркнем. Все, осталось только английский язык, потому что это все остальное не мое, и также информатику я свою уже сделала, так что на этом листе у нас только английский язык. На следующем листе физра, да я даже думаю, что физру, наверное, я сейчас сделаю. Показать свое задание по литературе. Это нам задали по литературе, нам задали создать гербы помещиков, точнее, сейчас я, наверное, даже покажу само задание, смотрите, вот. Нам задали нарисовать, создать гербы помещиков, выделив, подчеркнуть главные детали. Я их еще не подчеркнула, не выделила, но я их создавала в PixArt, кому интересно, просто добавляла картинки. У меня получились такие гербы, то есть я их сама сделала. Герб коробочки я изобразила именно так, потому что, как видите, коробочка, ну это сундук, я сделала это в виде коробочки, поэтому сама фамилия говорит, чтобы я это сделала, точнее, прикрепила сюда коробочку. Далее идет осел, потому что он доказывает ее упрямость, потому что она была упрямой старухой, по словам, также цитаты, вообще само произведение. И также она была жадная, поэтому я прикрепила копилку, и тем более... И тем более она старалась выгодно продать мертвые души помещику Чичикову, поэтому я решила изобразить именно копилку, потому что она ее хорошо олицетворяет. Так что вот такой вот герб коробочки. Герб Собакевича именно так, потому что лиса олицетворяет его хитрость, то есть он был хитрым. Далее блины я сделала, потому что он любит русскую кухню и отрицает французскую. Также, как еще тоже сказано в самом произведении, для Собакевича главная еда, поэтому, конечно же, я тут... изобразила еду, обязательно мясную, потому что он любил мясо, ну и также медведь, потому что сам он был похож на медведя, тоже как говорилось в самом рассказе, точнее произведении. Как видите, первое, что бросается в глаза, я изобразила банку варенья, скорее всего, потому что его характер мог быть приравнен к сахару, то есть говорили, что у него такой сахарный, приторный характер, поэтому решила сделать что-то сладкое, а точнее банку варенья. Также я сделала облака, потому что он был мечтательным человеком. Глаза я сделала, потому что они у него были голубые. Также Манилов фантазировал о строительстве мостов и замков. Дальше идет герб Чичикова. Как видите, я это сделала, потому что он любил быструю езду. Также, конечно же, он тоже любил еду, то есть он любил поесть. Далее он был тоже хитер. Еще любил арифметику. И также я изобразила кота Флюгера, потому что он любил ко всем приспосабливаться и получать выгоду. Это Ноздрев. Я изобразила клоуна, потому что он любил веселиться, и также, по мнению автора, он был дураком. Еще он любил играть в карты, поэтому я их, конечно же, тоже изобразила. Не любил экономить деньги, как видите, я изобразила поэтому купюры, но он часто оставался без них, поэтому я изобразила человека, у которого пустые карманы. Также Ноздрев был любителем собак и заботился о них больше, чем о своих детях. Ну а дальше Плюшкин. Он богат, но не тратит деньги. Также у него в имении имеются запасы, которые он тоже никуда не употребляет. Он любит прибедняться, поэтому я, как видите, сделала деньги тут, что рука забирает их. Также сделала паука, паутину, потому что у него в имении действительно было так. То есть все было грязно, старые шкафы, также вот, как видите, замки тоже старые. Сама эта плюшка, ну и вообще тоже у него был там заплесневелый хлеб. Поэтому он был таким человеком, у которого, как видите, дома было очень плохо, но он был богатым, но не тратил деньги. Это Настя скрашивает герб Ноздрева. Вот так вот у нее получается. Все... имена, фамилии, точнее, будут красного цвета, а сам герб, точнее, окантовка его, будет желтого цвета на каждом гербе. А все остальное будет, конечно же, разное.
первая наша совместная работа с Настей закончена. Она рисовала, я раскрасила, я написала коробочка, копилка в виде семьи и осел. Ну, вдруг будет непонятно, я написала, тут также добавила цитаты, что это точно я взяла из самого текста, из произведения, а не просто откуда-то из головы. Поэтому вот такой вот герб у меня получился и объяснение. Сам этот герб, написала Плюшкину, тоже раскрасила точнее, и также я написала текст уже о Плюшкине, но я вам это все уже рассказывала, поэтому не буду приближать, так что вот такой герб у меня получился Плюшкина, поэтому сейчас я его убираю, то есть три герба у меня уже готовы полностью. Следующий у меня герб, это герб Чичикова, вот такой вот герб, Настя его полностью раскрасила, на что ей тоже огромное спасибо, Руту, я что-то раскрашивала, но в основном это сделала Настя. Так что вот так у меня получилось, и следующий герб это Собакевич. Самый наверное, сложный герб, как сказала Настя, потому что это очень было много всего. Поэтому вот так вот он выглядит. Это герб Манила. You bumble, beep, 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 be
Сделала все гербы. Сейчас вам покажу. Конечно же, спасибо огромное Насте, потому что без нее я бы делала, наверное, в два раза дольше, потому что я очень люблю долго раскрашивать. Все это очень долго делаю, поэтому Настя очень быстро все раскрасила, и поэтому я закончила быстро. Смотрите, я написала все детали, которые у меня изображены на гербе, чтобы было более понятно. Добавила цитаты, что я это действительно взяла из самого произведения, не придумала. Поэтому вот так вот у меня получился герб Собакевича. Также вот что я написала, кому интересно, кто сможет разобрать, то обязательно читайте. Это герб Манилова. Далее герб Чичикова. Герб Плюшкина. Герб коробочки. Такая свинюшка смешная получилась. Сундучок, коробочка. И вот пояснение. И завершающий герб шестого помещика. Это герб Ноздрева.
Ну что ж, я сделала физкультуру, такое вот у меня задание получилось. И, как видите, выполнила 6 упражнений, точнее, сделала, написала, я их не выполнила. Написала 6 упражнений, точнее, 8, у нас было от 6 до 8. Я написала 8, чтобы уж наверняка, поэтому такие вот у меня упражнения, кому интересно, можете прочитать. Это упражнение на легкую атлетику, комплекс упражнений по физкультуре. Домашку по физре. Та-та-та-та-та, все, ура. Всем доброе утро, у нас уже закончился первый урок, точнее, по-русскому. Поэтому сейчас я делаю сам русский, так как его нужно сдать. Вот, как видите, учебник у меня. И сейчас я делаю вот эти 3 задания. Вот также еще тут вставляю у меня в телефоне схему, поэтому я это не снимаю, так как у меня в телефоне вот эти схемы, которые дополнительно еще надо вставить, потому что одно задание я сделала, вот это. Получается, вот это. Мне осталось еще вот эти 2 сделать. И, как видите, вот сделала вот это, которое я вам показывала. Вот, вот оно еще идет. И вот это уже идут схемы, которые у меня в телефоне дополнительно нам задавали, поэтому они у меня не в письменном варианте, в печатном точнее. И также вот это задание нам еще задали, но это довольно-таки большое, и вообще задали его на эту всю неделю, а вот эти уже нужно будет сдать. Поэтому эти я, наверное, сейчас сделаю, 3 еще схемы, а это я попозже сделаю, потому что мне надо потом сделать будет географию, так как нам еще одно задание задавали, и поэтому нужно его тоже сделать, и потом еще сделать задание на неделю, потом сделать еще литературу, которая тоже новая, поэтому сейчас я буду делать, еще сегодня я класс надо сделать, получается, английский язык, так что очень много сегодня заданий, и у меня немного болит голова, поэтому пока что ничего не снимаю, так как делаю с телефона вот эти схемы, да и вообще пока что чувствую так себе себя, поэтому показываю пока что вот так делаю, просто вот так. Настя, кстати, купили вот такую книжку, я ей заказала тоже на Wildberries 2, но еще вот такую вот ей купили. Называется «О чем думает моя голова». Говорит, очень интересно, прям читает, стоило 278 рублей, кому интересно. Вот такая вот книжка, вся с картинками, смотрите, какая яркая. Тут даже есть закладка, поэтому очень классная книга. Настя говорит, интересно, наверное, будет читать... Очень хорошо, я еще 2 книги заказала, но там про кошек, всяких волшебная кошка какая-то, а вот это более такая, видите, рассказы тут какие-то. Вот смотрите, какая Настя новая книжка, тоже еще одна. Так, друзья, зачеркиваем вот эту работу, потому что я сейчас ее буду делать, чтобы она не мешалась. Так, все зачеркнем, потому что почта у меня и так есть, так что это все зачеркиваем, вставляем только вот это. Решила, что я класс сделаю попозже, сейчас немножко отдохну, точнее от компьютера, что я потом начну сразу все делать в компьютере, поэтому сейчас я делаю географию. Нам тут задали, получается, после параграфа 49 ответить на вопросы, вот я записала уже само название, я сейчас не снимаю все, потому что у меня таблица по 50 параграфу в телефоне, поэтому делаю сейчас очень быстро, потому что времени мало, осталось 2 часа до окончания работы в Е-классе, я еще даже не начинала, там 49 заданий, да, я просто пунктуальная, поэтому сейчас я доделаю географию очень быстро, как видите, задание, вот, которое мне нужно делать, потом 50 параграф, по нему надо сделать таблицу, которую нам задали, поэтому сейчас я все делаю и покажу вам, что у меня получилось, потому что время летит просто мимолет. Так, все, я сделала первую часть задания, точнее, я сделала конспект, точнее, вопросы после 49 параграфа. Как видите, тут надо было составить таблицу, использовать там дополнительные источники, также написать этапы основания, получается, освоения, точнее, Западной Сибири, и также вот динамику, почему изменялась, почему понижалась опять. Также Западная Сибирь нужно было рассчитать, сколько процентов составляет вклад населенный. Население Западной Сибири, население России. Так что вот так вот у меня получилось. Еще задание. Вот общая картина. И сейчас буду делать как раз-таки таблицу, которая у меня на телефоне. Поэтому начинаю. Всем привет, ребята. Сейчас время 5 часов. Я только начала делать уроки, потому что весь день там разбиралась с Настинами, подключала ее к видеозвонку, потому что у нас там тоже что-то не работало. Сейчас делаю геометрию. Она у меня тоже на телефоне, поэтому не могу вам снимать. Нам просто скидывают задания, потому что весь учебник мы прошли 9 класса, ну 7, 8, 9. Поэтому нам теперь скидывают задания отдельно, и поэтому я... делаю это с помощью телефона, так нам скидывают его в Вайбере. Поэтому вот что я делаю. Вот такое вот задание нам задали. 50-е, как видите. Класть прямоугольный треугольник, но очень легко. Это было, так сказать, разминка, потому что сейчас я делаю довольно-таки сложное задание. Вот.
Ну что, друзья, как вы могли заметить, я сделала физику. Тоже ее вообще спонтанно делала, вообще не хотела ее сегодня делать, потому что думала, что она еще до 25 числа, сегодня 21, куча времени, но почему-то мне захотелось ее сделать, так что вот я ее сделала. Там еще продолжение тоже, вот смотрите, тоже продолжение, это были лабораторные работы. И поэтому, конечно же, я ее сделала, лабораторная работа номер 1 была, номер 2, так что вот такие вот у нас работы. Вот такую лабораторную я делала, вот первая, а вот вторая, кому интересно, это физика, 9 класс, так что вот такие вот у нас были работы, и вот что я сделала, поэтому показываю вам, насколько я продуктивная, что я еще сделала одну работу, и поэтому сейчас мы сделаем с вами наше любимое. Так, давайте сделаем с вами наше любимое. Вот это все большое задание, мы просто зачеркиваем, даже до 26 было, но мы все, мы сделали. Вот так вот выходит на улицу в 2020 году в масках, потому что как иначе. Так, друзья, многие спрашивали, как я учусь. Был такой вопрос, поэтому сейчас я вам отвечаю видео, чтобы вы точно знали, что это мои оценки. Как видите, четвертая четверть. И вот такие вот пока что у меня оценки на дистанционке. Еще не все задания проверили, не все оценки выставили, потому что, например, я сейчас делаю тоже уроки. Мне, конечно же, за них сразу поставят оценку. И как видите, пока что, слава богу, все идеально. Ну что ж, вот такое вот было еще одно видео с Study with Me. Как видите, оно получилось не очень длинное, но надеюсь, что вам понравилось. Если вам понравилось мое видео, то обязательно поставьте лайк. Также у меня есть еще такие видео с Study with Me. Если вдруг не видели, обязательно загляните на мой канал и смотрите. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите в комментариях, понравилось вам это видео или нет, что вы хотите больше. Ну а с вами была ваша Юля. Всем желаю счастья и добра, до новых встреч и всем пока-пока!